Сегодня глава района посетил общественную территорию селения Миарсо, которая благоустраивается за счет федеральной программы «Комфортная городская среда». На данном объекте во время посещения главы присутствовали депутаты, местная молодежь и представители общественности, которые сделали определенные замечания по качеству резинового покрытия. Данные замечания будут доведены до подрядчика для устранения, и объект будет завершен к концу нынешнего месяца. Сад от Камуга нужен совещание депутатов. Мы хотим батанеги баркава изебуло. Клик ам батанеги изебуло. А вот это сейбаво. Изда будут амлюжу. Нужен совещание гирубо. Но это вакила гирубо дичат. Когда тон каратки буго изок иди, что у любого мог спросить. Тут сейчас один обувок официально дит сароса каратки буго каждая сухоле. Вот себе обид баби хидого ханис сад аде канал буки зугеле. Это чудово фашат паби зугеле обно. Это канал аби чугу труба би гите. Засыпат пиявун куди фашат паби. Это труба би гитун кой чо. Будущий бетон халдер кой до каду баби сен. Аде шо алас хамбатани чуги чуги до программа до торгитун. Хебжо раде бакулжо баварсу ханишну бунко харакат. Едина меценатски участники биле проектору, он по местной инициативе он был развитие сельских территорий, а он был едина харакат бахкиз был. Они, конечно, лохо базиги, аркаут площадки еще были киноху на рынок на хабу. Это турник, это один из джазов, это спортивный был, было добра кандидат. Они банджи детские те, добра кандидат спортивный хабу, не только в Шибане были. Хабу были пустой территории, ну рач, они не ручабы руки, лохокутон, они тима расандуа были. То бабело, это как спортивная площадка. На данную школу заключен контракт на 8 миллионов 700 тысяч рублей, где были отражены все замечания Роспотребнадзора, пожарников. Как мы видим, здесь ведутся работы по графику, ведется штукатурка, планируется замена радиаторов, электромонтаж, пожарная сигнализация. Но здесь получился маленький такой чрезвычайный случай. Ветром унесло кровлю спортзала, поэтому определенную часть работы нам пришлось перенаправить на эти цели. Но в целом подрядчик дает гарантию, что к 15 августа объект будет завершен и сдан в эксплуатацию. Объект на стадии завершения, но почему-то стоит по имеющейся информации. Генподрядчик ГВСО номер 4, военные, которые наняли сюда субподрядчиков, и у них идет какое-то недофинансирование и проблема с финансированием. По программе этот объект должен быть введен в эксплуатацию 1 сентября, но глава тоже сделал замечание, если с такими темпами пойдут, что в сентябре объект не будет готов. Ну,
ჟანი ხალდი ბიაო ჟანი ხალდი ბაიქო მადეოს ის ხალდი რა ბაიქო ანი ბათოფინა ფრობაბიჯო კინავ ხის ბოლოს ფრობაბი ხის სკოლა ასაფერი ხის სკოლა ასრეჩი ხის სკოლა ნუ ლე ხალდი ბაიქო ნე ჩო ხუდა ხალდი კინომი ბაიქო მიგამს ბიოლა ფეხის კინომი ბოლოს ხის სკოლა დემონტაჟების სკოლა ციგისი ხუდი ფაჟამი სიგნალიზაციების სკოლა ინგო и ვიდენო ტენინგი პოსენტების სკოლა კინომი ხიდო ნუ წმე ნუ წმე ჩოლი ანერქინო რომ მოწმის კონფლიკტოვანი სხვა გზა თრევანი მოჯახუკა რა ზამიჩანენ ფათრემ ნაძორა თუ კი ფაჟარმე ნაძორა თუ ზამიჩანენ და აბუარდო სარაცარი უჩითვა და მოდი გარულობა ჯერე ხაბმა დერგი ეს ხისკო მაგრამ ფაქტიში უბრალოდ მეცერიში ვერ ნორმალი ვერ ა უნოთერო ზეპონ მეცერ ვასის სკოლა რაღაცა 90 სანტიმეტრი ეს ნიკაკად ნიდან ვაჭრო ანერჩი В ходе посещения выявились определенные упущения, предусмотренные, чтобы заменить все потолки, полы, электромонтаж, пожарная сигнализация, фасад, кровлю, но упустили, что стены тоже, оказывается, были в плохом состоянии, нужно отбить штукатурку и по новой штукатурить, покрасить. Этих работ в смете не оказалось, и в связи с чем было дано поручение мне и директору школы в ближайшее время выйти с предложением, как можно из этой ситуации выйти.